Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, рад приветствовать нас на канале. Видите, какая погодка у нас прикольная. 31 число декабря. Решили закрыть сезон 2017 года. А может быть, завтра уже открыть следующий. Идем покопать на поле, где двухчасовой коп был. Вот недавно выкладывали. Посмотрим, что из этого получится. На машине сейчас не въедешь, вон трактористы все разборонили. Сейчас влетели в навоз на джипе. Машина воняет, надо отмывать ехать. Блин. Утонуть бы, ёпарасоте. Извиняюсь. Ладно, буду показывать, что снимаем, естественно. Поздравляю с Новым годом. Счастья, удачи, мира. Включимся. Кстати, красота какая, снег идет. Поля подтаяли, раздуло их еще. Ха. Первый сигнальчик. Гирька. К сожалению, ушко сломано. Вот такая находочка. Приятно. Так, дорогие друзья, первая монетка. Под копейку Павла Первого. Драть ее не буду, конечно, потом помоем. Если живая, прикрепим фотографию. Вот так вот. Так, у Любы пока конина. Несколько. Ящитовичок здесь копейка. Вот такой вот фокус. Фокус. Убитенький, конечно же. Попробовал в тот лесочек слазить. А приказ за ним. Уж там что-то было. Вот там было. Здесь вот. Так, ну у нас прикольный сигнал. Смотрите. Затертый, конечно, при жизни. Но в зачет. 1767 год, гривенник. Отлично. Прикольно. Не зря приехали. 31 декабря нам дедушка выдал. Теперь Люба у нас отличилась. Смотрите, как прикольно. Слипшиеся две монеты. Номинал непонятный, шоркать его не будем, дома будем отмачивать. Прикольно, да? Такого ни разу не находили. И конина она там надолбала. А на этой штуке какой-то рисунок, что ли? Ну, может быть. Необычная хрень. Ладно, сейчас он туда слазим чуть-чуть. Похоже на копейку Александр, это на две копейки Александровские. С чем-то. С чем-то прилепленным, да. Не было таких еще. Еще вот Люба откопал пятачок поздний. Пойдет. Опять пурга прилетела, такая легкая, не пурга, а метель. Такой кусок бубенца выскочил, красивенький был раньше с узорами. Не, больше нет. Больше нету, да. Пойдем сейчас вон туда, в низину сходим. Таких мы обычно гладкие находили. Пробовали сейчас в лес залезть, но там снег очень глубокий, там получится. Опять спустились вниз, вот оттуда, с горы. И двушкой. Капуста. Александровская. Монетосик. Блин, ничего не видно. Ничего сейчас, не конечно, видно. Тяжело их стереть. Не буду их стереть, думаю, по-моему. Если что-то ценное или сохраненное, сохранившееся. О, автобус поехал. Приложим фотографию. Неплохой сигнал. Ой, как свистит.
почти онлайн. Вот она. Есть, да? Нашли. Тоже вся зеленая. Ну, это похоже на полушку. Угу. Да, походу, дело. Но мыть здесь не будем. О! Уже это. Набиваются хабарницы. Хорошо. Ходили, бродили некоторое время без сигналов. Оттуда пришли, хитрые пожаловали на свет. Тереть ее, конечно же, не буду. Ну, хитрые, видно, или что-то типа того. Зачет. Ну что, гривенник, хитры, залипуха, чудные улюбки. Забавный Сынков. 31 декабря. Оттирается. Его полсоветик гнутый, мертвый. Ну не мертвый, а гнутый. Пятак, наверное, или трешка. Вообще советик. Советик, советик. Что не пойму я. Ой, а это не снимал крестик. 5 копеек, что ли? Да, крестик кусочек. Или целый он почти. Ну, по-моему, целый без верхушки. Без ушка просто. Сейчас фокусируюсь. Вот такой вот серебряненький. Ладно. Так, идем уже к машине. Жаль, конечно, зимой темнеет быстро. 3 часа ходим, уже все, уже становится темно. Хоть монитосик. У нас снимем. Ну, не видно. Да ничего не видно. Вообще ничего не видно. Как Алик. Какой зеленый кружок. Наш зачетик. Ладно, идем к машиночке. Поедем Новый год праздновать сейчас. Попозже. Так, добрели мы до машины наконец-то. Покопали, накопали всяких находочек. Калинка. Сейчас, секунду. Оп. Гривенник в зачет, да, никогда не находили. Конина вот такая интересная. Петруха. Да, Петр. Такая вот штучка. Непонятно от чего, может, украшение какое-то. Так, здесь вот так вот. Следующие коробочки. Крестик серебряный. Лепесточек. Маленький, да. С ушком со сломанным. Ну, вот конина. Пятак очередной советский. А, ну и чудо-залипушка. Здорово. Что-то по карманам все. Ну, пошло. По карманам, да, там не копало. На этом сезон 2017 года можно считать закрытым. Потому что дальше уже некуда. 31 декабря. Вот. С наилучшими пожеланиями. Спасибо, что смотрите нас. Не забываем ставить лайки и подписываться. Да. До скорых встреч.